Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я хочу продолжать делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом Antares. Это видео не для проекта, это лично для моих партнеров и гостей моего канала, кто захочет присоединиться в проект. Заметили, я писала два видео. Это я писала специально, чтобы мне отправить видео. Первое видео я писала, и потом вот я второе вчера записала. Вот это все как бы для выполнения задания, друзья. Перейдя в описание по ссылочке, попадете на страничку зарегистрироваться. У вас будет стоять мой email-адрес. Вы прописываете свой ниже email-адрес. Кликайте «Зарегистрироваться». Вам на почту придет письмо. Кликайте по ссылочке. Вас перебрасывает на страничку. И вставляете пароль, повтор пароля. Я же войду в кабинет. Так, это нам не надо. Значит, что? Нужно будет присоединиться вот к боту, друзья. У вас все будет в личном кабинете написано. Вот сейчас вот сюда. Вот личные данные, друзья. Значит, прописывайте имя, отчество, фамилию, ставите картинку, аватарку. Без всяких очков, без шляп. Ну, чтобы открытая картинка была ваша. Далее что? Ну, страна там, это все. Вот. Далее контактные данные идут. Я записала вот телефон, прописала, и телеграм свой, вот с собакой. Почта. Кликайте «Сохранить». Так. После чего вы это все сохраните. Куда мы идем? В безопасность. Ну, это пароль. Нам это не надо. Далее, у вас будет три вопроса. Вы сами введете свой вопрос и на него ответ. Записать на бумажный там носитель, как бы, чтобы это все запомнить. Три вопроса. Три ответа. Далее, сейчас я прокручу вниз. Вы это все записали, сохранили. Нажмете там «Сохранить». Далее, «Настройки безопасности», «Подтверждение входа в аккаунт». Кликайте «Телеграм», вот сюда «Телеграм уведомления». Кликайте и сюда «Телеграм уведомления». «Сохранить». Так как вам все будет приходить на «Телеграм». Вот на этот. Я нажала «Старт». У вас будет там ссылочка на этот телеграм. Вот. Далее вот мне код пришел. Так, вы успешно привязали данный телеграм-аккаунт к учетной записи на платформе Antares. Так, для прохождения вам необходимо подтвердить передачу привязанного к учетной записи телеграм номер телефона. Я подтвердила номер телефона. Все хорошо, поздравляем, там ля-ля-ля тополя. Далее вот мне пришел код подтверждения, еще один код, ну и так далее. Вот здесь уже поставите галочки, что вам надо, уже сами кликаем «Сохранить», друзья. Все, далее кликайте сюда P2P инвестиции. Или вот так, финансы. И вы что? Подать заявку на займ. У вас будет немножечко все по-другому, как у меня сейчас. Здесь есть картинки. Нужно сделать скриншот. Ну, кликайте, вас перебрасывать на страничку. Я вот этот скриншот сделала. Как бы. Ну и остальные картинки, как бы. У вас немножечко все по-другому будет. Но тем не менее. Нужно будет, опять же таки, загрузить аватарку. Сделать пост в
в соцсетях у вас сначала будет надпись вот такая. Вот. Такая короткая надпись. Вы копируете вот эту надпись. Даже я вам покажу. И делаете пост в социальной сети. Вот ВКонтакте я первый раз вот делала. Вот. Как бы. И я кликнула вот сюда. Скопировала ссылочку. Вы у себя скопируете. Переходите в личный кабинет. Первая социальная сеть. Вставляете сюда ссылочку. Далее я на Facebook то же самое проделала. Как бы это я вчера просто вам показывала. Вот у меня 20 часов назад. Кликаете. Вот ваш пост. Вы у себя кликаете, копируете ссылочку. Вторая социальная сеть. Ну и третья социальная сеть. Вот. Далее кликайте отправить код подтверждения. Ну, не забудьте здесь прикрепить. Фотография у вас будет. Загрузить фото. Сюда я просто вставила ссылку, контактные данные для займодавцев. В общем, я вставила сюда просто ссылочку на свой ВК. Кликнула отправить код подтверждения. Мне на Telegram пришел код. Я его скопировала. Тут будет у вас появится окошечко. Вставила этот код и отправить заявку на займ. Кликнула. Прошло несколько дней. Вот. И только вчера мне пришло вот письмо. Опять же таки, это все в Telegram, друзья. Вот. Мне это все пришло в Telegram. Так, вот. Поздравляю, вам присвоена третья категория заемщика. Теперь вы можете отправить заявку на получение займа. Вот такое мне письмо пришло. Вот. И здесь уже я, опять же таки, мне доступно до 1000 долларов. Естественно, я по максимальному прописала 1000 долларов. Я вот записала второе видео. Здесь уже как бы совсем другой текст. Ставила свою обязательно реферальную ссылочку. Вы же можете в любой соцсети это все проделать. Я вставила сюда ссылочку на YouTube, ВКонтакте. Вот я вам показывала как. Далее и на Facebook. И что мне здесь? Примерно дата окончания 3.07.2022 года. Прибыль 3600 долларов это идет. И вы получите 1800 долларов. Я уже получила. Далее, внимательно здесь все вот это читаете, всю информацию, друзья. Вот что здесь написано. Потом что? Когда вы вот это все вставите, ссылочку, ну, нужно сделать, прежде чем отправлять ссылку, пост в социальных сетях. Не забываем. Вы потом уже скопируете вот этот текст. Далее укажите сумму займа. Я здесь прописала 1000 долларов. Потом еще здесь я написала 1000 долларов. Вот. Вот это я стерла и в скобках написала 1000. И вот здесь также я написала 1000 долларов. Вот. Это я все проделала, все вот эти действия. И я вот вчера отправила. Мне пришло вот письмо. Поздравляем, ваша заявка на займ одобрена. Вы получите свой займ, как только на бирже одобрится ваша заявка. И следующее письмо. Поздравляю, ваша сумма займа полностью выдана и сконвертирована в инвестиции на платформе Antares. Все замечательно. Я получила вот этот вот займ. Вот. Также вот здесь появилась ссылочка. Вот. Далее что?
Так, финансы и операции. Значит, вот, подожди, так, подать заявку. Я вам показала. И так, инвестиции, займы. Кликаю сюда. И вот мои инвестиции, займы. Займ выдан на 1000. Пока у меня еще прибыль, так как это все было сегодня, мне это прислали 8 числа. Сегодня 8. Еще тут по нулям у меня. Дата следующего вывода 27.07. 14.58. И вот здесь как бы идут дата создания, дата окончания. Вот. И форма заказа выплаты доступна через каждые 15 дней работы займа. Обратите внимание, что первый заказ выплаты осуществляется через 19 дней, так как в этот период начисление происходит 15 раз. Вы можете заказать выплату только за 15 дней работы займа. Если вы подаете заявку на вывод позже, то выплата все равно произойдет за 15 дней начислений. А начисления за этот срок будут сдвигаться в последующие выплаты. То есть вы получите всю начисленную прибыль, но срок ее получения зависит только от оперативности и корректности ваших запросов на вывод. Также все это изучаем. Вот, ну что я вам показала, рассказала все, что могла. Кому интересно, ребят, присоединяемся абсолютно без вложений. Во-первых, мы ничего не теряем. Во-вторых, есть возможность неплохо подзаработать. Так? Вот, тут все интуитивно просто. Я думаю, разобраться будет несложно. Вот. Заплатят хорошо, не заплатят, но мы ничего не потеряем. Кстати, я вчера на Facebook видела скрин. Кто-то выставил скрин вывода. Там 100 с чем-то долларов. Вот. Ну, значит, платят. Вот в ленте новостей мне вчера вот попалось. Вот. Выплата от этого проекта Antares. Вот. Ну, вот как-то так. Хотим заходим, хотим не заходим. Это ваше право. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!